Кроме... Лёха, ты тут? Да, здесь. Ты в компании? Да. Каким образом я обратно в рейде оказался? Да тут бы командира вытянуть. А то алоэ ФК. Ладно, сам вытяну. Так, ну это, там, Фараду, поскольку ничего не нужно, я его поменяю. Пускай у нас Анхоли будет в рейде. Подошел. Нямка, есть еще хаст-фото? А. Дай мне еще штучки 4. Я тебе спалу верну потом. Красавчик. А вооружи лучше фласка на 3500 брони на 2 минуты. Угу. ДДшная. Типа от брони АП дает там, по выходу дает. Не лучше. Мне нужна помощь. А, ну с Т5, не, да, не лучше с Т5. Даже в старом шмоте я все это тестил, все это херня. Ну, имеется в виду за минуту до пола. А потом хастхот. Ну да, да. Ну там все равно прирост АП очень маленький. Ну да. Не выведет. Ну правильно, зачем надо, тут мобы не шотают. Как в том мультике, где этот тип-то в печке пирожки делал. И так сойдет, блядь. Этот тип печки? Да, Фарада, спасибо. Я увидел. Печкин, блядь. Ну, тип, который с пирожками там, не, да? Не, там пацан был такой в длинной куртке. Который вот строил, с... типа, на тепле. Да, это пацан, да, там, блядь. То еще что-то, то у него корыто там, и так. Да, сойдет, да, да, и так. Так сойдет. И те двое из ларца одинаковых с лица, блядь. Да, да, да. Два брата. Хочу, да, говорить, чтобы все за меня делали. А кушать вы тоже за меня, что ли, будете? Конечно. Конечно. Что-то интернет вообще лагается. Так и про товар говорит. Хочу, чтобы все за меня напуливали, блядь.
А танчить вы тоже за меня будете? Я релогну Wi-Fi, надеюсь, меня слышно было? Да, слышно. Ярости недостаточно. Полтора часа на халика, я думаю, нормально. Более чем достаточно. Ну что, начнем с Болтара. Алоэ танчит. Самого мини-босса. Первый клон Войда. Второй клон на тебе, Долорес. Новый сундук. Сопроты вроде только те, кто в тьме, или да? Восьмая группа. За рейд. Досумониваем тех, кто не в инсте. Да, ассисты еще повыли. Надо это еще пробафаться. Да, рыбку еще. Так, рыбку сейчас поставлю возле шапки. Кстати, не отказался бы от лапки и пристабафа. Сейчас я пробаф. Я говорю, я лагался. Всем привет, вы РСХМ? Угу. Так, на замену дайте спать кому-то. Весельчак Йоту. Надеюсь, ты не был в первой РСке на замене? Нет. Ее же еще не было, бля, первый раз. Вчера была. Вчера же обычка была. У нас нету РТ в РС обычку. Ну, я имею в виду, я в обычке так и был. Он про вечерний не в курсе, да? Да не было его вчера вроде, не было. Вроде. Ну, проверьте начисления. У кого журнал есть, меня не было. Я вчера вечером не был на рейде вообще никакого. Ну, я ходил, потом по делам. Нету. Лёх, ты тут? Да, здесь. Только что он пришел. Что, еще на пул? Да, пуляй мне все равно пофиг. На этом боссе буду стоять в стороне. Пулять босса. Я последнюю держу, да? Да. Кулака только не бафну. У нас один паладин. Войт, с тебя крик на ХП. В мире хватает героев и без тебя. Двое сильнее страдания. Нужно подойти поближе. Так, я здесь что-то у меня этот свет моргнул, интернет по пизде пошел, сейчас телефон раздаю. Двое сильнее страдания. Слишком далеко. Не сейчас. Надо.
без вас я бы долго не продержалась. На боссе бы постоял, там, блин, кефир есть. А, имею в виду генерала. Ты на этом бы постоял, блядь. Можно, да? Нужно. Ладно, пускай он женщин. Кто у нас танчит? Тьму, кто свет? Я тьму. А вой свет. Хорошо. Войт справа, Лору слева. Давай, давай, я на боссе, блядь, эфир есть. А, хорошо. Войт на боссе, а Лори справа, Лору слева. Ул. Лёх, что разделено? Не нах, Лёна, нужна будет замена. Сейчас свет моргнул, интернет что пошел по пизде, пинга 5, 5К. Попробуем релокнуть. Не знаю, давайте сейчас попробую ребутнуть роутер, может отойдет. Фарада, ну тебе не дали послакать. Уях. Йотун готов зайти. Лёха, раскидай хилов по материальностям. Хочу Денчика, Гею и Шторма. Тьму. Ничего себе ты вой. Не считай дальше. Выбрал. Все в хила. Надо все в хила. Хотя нет. Будь в котя, нямка в хила. Больше рша. Рыбу по поставил? Хилам. По хилам. Денчик, хилишь. Почему? Вместе с просто отец и шторм. Блин. Настя, нямка, шторм хилить. Слезь, пожалуйста, с рыбы, Женек. А где рыба стоит? Хилы услышали,
Кто в какой материальности находится? Нямка, заходишь на второй фазе. На второй фазе заходишь во тьму, потом выходишь. Настя и Шторм остаетесь там. Шторм остается во тьме. Или шторы. Шторы, тьма. Ты, я, шторм, свет. Хорошо. Эти лапы пошумные. Причем постоянный свет. Ага, не захожу во тьму, понял, спасибо. Рычи на пол. Дайте лапу. Без сопрота, да? Ханты больших на пул на алоэ, это первый нюанс. Метеора перебираем, второй нюанс. Метки, диспел меток. Тьма. В первую очередь это япончик диспелит. Хуёво продиспелишь на Ленчик страхует, этот. Свету диспелит Настюха. Нямка помогает. Локи чего не хватает? Плюс они как бы уже готов. Его один босса. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Смерка луч даешь сразу после того, как они подняли. Даркис СС попросту отец, Локи Пагея. Маленьких от большого. Заберите трэш. Кто дал на пол, блядь? Заходите. Заходите, там уже была команда. Лезвие скоро. Двигаемся. Я так понял, я с Денчиком остаюсь. Скажите, когда зайти можно? Сало мягко. Не
что, до сих пор зайти нельзя? Или что? Но уже нет. Шторм, подними шторы. 2% переводить. Че вы не переводите? Кому-то из дроидов надо. Я с тобой остаюсь тогда. Все на одну сторону. Тимыч, поднимай просто отца. Норси, нямку. Этот. Вот проносишь, когда можно будет зайти в парады. Сейчас можно. Что там дроид делает? Вы охренели, в лужу ставят. Что началось-то? Да я, блин, за друидом просто. Бегает там по лужам. Знаешь, как можно будет зайти? Заходи. БР у кого остались? БР у кого-нибудь остались? Тьма, стоп. Свет. Норси, Тимыч, БР есть? Нет, я БРил. Норси. Чё, блядь, большой не вообще не сливается, что ли? У вас чё, сдохли все с цвету? Короче, падаем. Да, хуета какая-то. Большой фуловый. А, ну так а хули ты удивляешься? У вас, блядь, минус 10. В цвету 10 дамагеров нет. Как ты большого будешь бить? А как они упали? Ну, хуй знает. Тебе... Уж загорели частично. Почему даже нет? Метеори. Ада говорит. Скажите, когда можно зайти? Проходит, сказали. Блядь, 2 минуты. Две целая минуты. Целая фаза прошла, нихуя никто не сказал. Да. Целая фаза, блядь, прошла, ноль анонс. Не знаю, ну вот зашел я, сказал. Потом говорят, скажите, когда можно будет зайти, там кого-то резали. Говорю, сейчас можно, и Фарада заходит. По-моему, было уже, когда третья фаза началась. Ну вот, я и говорю про третью. А до этого было еще. 4 человека всю вторую фазу стояло в свету дамагеров. И ждали анонс. Блять. Я хуй знаю. А я еще сказал, блядь, про анонс, когда можно зайти. Фарада передо мной даже еще сказал. Кто напуливает мелких, блядь, на танка? Хуй знает, я в Тимыча напуливаю. Мой любимый. Там с хантами, наверное, проблема. Я думаю, блядь, что за херня? Мой любимый котик. Может, мор обновил, но дот не должны были. Хант, как ты на пул даешь, или Астра? Большого в панка. Да, я вообще не напугивал. Как бьешь, чем бьешь? Мелких? Большого. А, большого? Химера. Ну, химера специально. Обычно верно. Да. А что? Тебе что? Хилы точно помнят, где кто находится? Кто остается в свету, кто заходит во тьму на вторую фазу. Сейчас проверю. МП5 шаманом, да? У нас один поводник. Войд. Чё? Войдов. Да я успею, у меня таймер. Рыбку не поел. Начало эры разрушения.
близко не стоит. Что там стоит за это? Сварага вихрь не даст? Мы с Фарада отходим, перед падением, и все нормально. С вихрь иначе не попадает. Лужи, лужи. Лужи, блять, выйди. БР, кого есть? Энджи, поднимай. 250 молодому человеку. Добежали. Лужи смотрим, аккуратно. Мелкого, блядь, по таргету на танке поиграйте. Такого мора никаких дотки не обновляешь. Моби дотки. Ты играешь в соло таргет. Босс активнее. Скажешь. Заходите. Заходим. Скучно стали. Подальше отойдите, первое леди. Босс, отойдите. Двигаемся. Смотрим за процентажом. Лезвие аккуратно. 3%. Стоп, бля. Топнули, блядь, никто не бьет. Бьем. Я есть свет, и я есть тьма. Портал возле вас. Все на одну сторону. Хилы к нам перебегите. Дальше, дальше. Большого забирай. Мор не давай, доты не давай. РДД по большому, милики по мелким. Свет стоп, тьма активнее. Рано даешь ты луч. Норте поднимешь. Кучнее все стали, кучно станете. Прибежали. Прибежали. Чё, Рада, блядь. Лужа смотрит. Пианист. И. Прохил. Да, Тимыча там прохиливаете. Я выживу. БР есть еще? Шторм есть? Нету. 37 секунд. Через 37 секунд Тимыч поднимешь. На кого вы, блядь, роги напуливаете? Перебежали. Даже на меня напуливают. Нет, знаете, мужчины.
Тащил. Да умирает от трэша просто. Потому что тебе его. Но мне скажешь. Рогер напуливает на Тимыча, который даже в мишку прыгнул. Я прыгнул в мишку. Прибежали. Лоя просил. Где хила, Лоя? Тьма стоп. Тьма стоп. Так, три хила, блядь. Где хила? Падай меня. Вострой хила все тут. Где, блядь, хил вообще? Какой-либо. Тьма стоп. Да умирайте, да уже вайп у нас. Что у нас там происходит сегодня? Ну, фулл рейд лежит, чё. Танковать надо третьим танком, да, трэш? Ну, я и так в мишку. Да не надо, хила нету, просто, блядь, хила нет. Шторм, нямка, Настя, где, блядь, ебучий хил? Вас трое, блядь, прохились меня одного раз, блядь, в 5 секунд. Ну, не сложно вообще. Что случилось? Почему от Насти, Шторма и Нямки не было прохила? Я побежал бэрить друида. КПС? Что ли, НКМ? Пробегаю, нажимаю кнопку БР, тут уже падает танк. Все. Куда? Мне КД тратить. Два сильвестра шамана еще, блядь, есть. Просто в соло хилит эту хуйтень. А тут два ректора шамана. Настя, вот что тебе мешало сейчас прохилить танка? То же самое нямка, что нам мешало? Что вам мешало сейчас хилить рейд? Люди отваливались, потому что не было прохила в большей степени. Кого-то шотало, там мяку шотнуло, окей, трэшем, блядь. Но в остальных не было, блядь, прохила. Банально я стою, на мне трэши есть. Меня по чуть-чуть пробивает, я под незыблемость. Лёх, да проще будет, тогда тема ещё просто в полноценного танка спикани, и пускай на него пулят. И всё, блядь. Нет, будет проще, знаешь, как Денчик идёшь в свет, а Нямка идёшь во тьму. Денчика скиллового не было. Не знаю, на прошлом КД... То ли пока тут, то ли шторы, кто-то из них. И нямка, или какой-то еще другой шаман. Я, может, путаю. Они вот оба сдохли, и остался япончик меня хилить. И потом Денчик зашел. Надеюсь, в этот раз во тьме не оставят меня с одним хилом. Вы этот еще, пожалуйста, сильно не разбегайтесь. Когда трэш. Все пучки стоят, блядь. Все в одной метке стоят. Милики стоят, блядь. РДД стоят в них. Потому что... Ты много ругаешься, а ты собственный дебаф видишь, когда тебе надо было выносить лужу. Я, например, не вижу в хиллботе дебафов, и я слежу глазами, потому что ты сказал мне диспелить. Я это написала, никто не прочитал. Но почему я должна смотреть на тебя, когда ты не выносишь лужу, следить за тобой, чтобы ты не сдох, еще и прохиливать всех остальных? Смотри, моя лужа вайпнула рейд? Нет, твоя лужа не вайпнула рейд, только потому что я орать начала, если ты не услышал. Я не слышал, чтобы ты что-то говорила вообще. Начала орать про лужу, чтоб ты ее вынес. А знаешь, почему я позже выносил лужу? Просто стоял. Потому что на мне трэш был. Трэша когда трэша не никакого? С трэшем я не побегу, блядь, выносить лужу. Я ее вынесу немного позже, и ничего страшного, блядь, критичного не случится. Позже его напулили на Тимыча, и Тимыч сдох. На тебя трэш никто не напуливал. Это первый нюанс. Второй нюанс. Когда я выносил лужу, как раз таки все и подохли от трэша. Ну. Сдох, потому что кроме моей быстрины на нем никаких не висело больше хилок. Моя быстрина единственная, его не спасла.
Ладно, а чем занимается Ниамка тогда? Вот скажи мне, чем вы... Ну, типа, у вас три хила. Один банально хилит рейд, допустим, один танк. И третий там танка плюс рейд. Или вы все троем танка хилите тупо? Когда танк упал, мы кинули быстрее, и все-таки бегали. Его просто шотнуло. Денчик, идешь свет. Нямка тьма. Даю проверку. Во второй фазе заходишь, Денчик. Все готовы выйти. Скользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Мяка, ну ты чё, блядь? Тимыч, походу, как идет трэш. Первый трэш. Даешь размах, забираешь на себя. Потом я даю жатву, второй трэш, забираю на себя, и все нормально. Вау. Бэр, у кого есть? Сначала спросить, тут он. Япончик, ты тут? Тебя резать? Вау, вы чё? Падаем! Развод. Прям в метеоре все падаем. Это ты, Лёха, стоит? Не таун? Нет, не таун был, там Агро сорвал вульпер какой-то. Как это может быть? Какой-то вульпер воин? Нет, не воин. По-моему, это Вардок был. Рога выжил один. Резать? Роги ЕП. Кто там сорвал голову? По-моему, Проня. Да ладно, как Хант может сорвать агро, вы чё? Ну я в основном на мобеж набиваю, а у Ешу так чисто дотками или воющим ветром. Он, видимо, босса играл.